Генеральный спонсор места происшествия – станция технического обслуживания «Сервискар». Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. «Сервискар». Весенняя, 54. Лучшая цена в джинс-банке. В октябре джинсы по 890 рублей. Торопись, можешь не успеть. Торговый центр «Олимп», «Март», «Конкурент». Поездка до банкомата может закончиться штрафом и лишением прав для пьяного водителя «Лады» 10-й модели. Мужчина не захотел прогуляться до источника денег пешком, хотя идти-то всего было 500 метров, а решил проехаться на машине. Впрочем, автолюбитель даже не догадывался, что о нем кто-то сообщил в дежурную часть полиции. Мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны. Подробности в материале Сергея Пичугина. Вы, может быть, кого-то повстречали, с кем-то конфликт у вас был? Нет. Никого не было. Водителя десятки Александра задержали по ориентировке от очевидцев прямо у его дома. Мужчина рассказал, что ночью он проехался на машине, правда, недалеко. Катались? Проехал чуть-чуть. Проехал. Понял, а как бы далеко хотели ехать? До банкомата и домой. А банкомат, я так понимаю, что недалеко совсем, да? Угу. 100 метров. По словам Александра, 100 метров он мог бы пройти пешком, но на нетрезвую голову принимать разумные решения получается не всегда. 30 тысяч штрафов, это вообще, ну, то есть не шутки. А пешочком можно было пройти или просто не чувствовали, что может дойти или как? Почему так получилось? Нормально. Если верить задержанному, штраф его пугает меньше, чем предстоящее лишение прав. Не жалко расставаться с правами? Чего полтора года? Я все потеряю сейчас. Вы водитель. Это обидно. Очень. Александр рассказал, что выпил совсем немного. Есть смысл проходить экспертизу. Александр Александрович, среднее состояние алкогольного опьянения будет проходить? Видите ситуацию? Водитель десятки признался, что это его первое такое грубое нарушение. Дуть в трубку алкотестера он не привык. Нужно выдыхать, пока идет звуковой сигнал. Все ли понятно? Не прерывается. Все. Результат 0,91 миллиграмм на литр. С результатами согласны? Я вижу. Согласны или нет? Проехал 100 метров и теперь, возможно, лишится прав. После такой обидной поездки Александр пообещал, что за руль в пьяном виде больше никогда не сядет. Сергей Пичугин, Павел Москвин, место происшествия.